Накануне великого праздника «Союз женщин» Чувашии совместно с Республиканским советом ветеранов провел акцию памяти в Национальной библиотеке. С ветеранами Великой Отечественной войны встретился и депутат Государственной думы Леонид Черкесов. Пожалуй, нет ни одной семьи, которую не коснулась бы эта жестокая война. И память о ней всегда будет жива в сердце каждого. Леонид Черкесов поблагодарил ветеранов за их мужество, отвагу и труд. Они, в свою очередь, рассказали молодежи о тяжелых годах войны. Ветераны делились своими впечатлениями о Великой Отечественной войне. Труженики тыла рассказывали, как тяжело им было за линией фронта ковать победу. И вот я думаю, что в этом особая ценность, когда ветераны делятся с молодежью, с молодым поколением и рассказывают правду о Великой Отечественной войне. Ветеранов также поздравили студенты Чебоксарского художественного училища. Они вручили им портреты, которые написали к памятной дате.